Ты куда? В страну. Успеть, пока народу не набилось, паёк получить. Ну, рано ведь ещё. Да, ты права. Сегодня все сметут. Только бы паника не поднялась. В городе одни разговоры о повышении цен на продовольствие. Ой, все сметут и соль, и спички. На молоко цены поднять. Ну ладно, я понимаю. Мясо. Ну, молоко, кефир. Да. В городе слухи поползли. Но инструкция ЦИЦА. Ведь там ясно написано, что это приведет к поднятию жизненного уровня в ближайшее время. В ближайшее время? Ну да. А у меня вопрос. При Сталине цены каждый год снижали. А эти поднимают. На весь мир объявили, что будем скоро жить при коммунизме. А сами цены поднимают. Вот у меня и возникает вопрос. Вопрос возникает? Ты в гастрономе? Паёк партийный получаешь? Ну. А на каком основании? А это тут при чем? При том, что ты получаешь этот паёк, чтобы у тебя вопросы не возникали. Поняла? Не знаю, что ответить, вот узришься. Почему не знаю? Знаю. В инструкциях ЦК все отвечено. А слово партии – закон. Оно не обсуждается. А если это кто-то забыл, то я могу напомнить. Сумка возле стула. Ну, чего ты завелась-то? Ничего. Жена твоя вернется завтра из санатория. Вот ей и напомнишь. А ты что, ревнуешь? Бешеная. Народ ломится. Только и разговоров, что цены поднимут. Так, ага. Значит, печка. Даже уже паника, что война, голод будет. Так, колбаса. Ты глупости не повторяла. Сыр 200 килограмм. Так, консервы. А что я повторяю? Я что слышу, то и говорю. Так вы вот это вот в магазине начинаете говорить, вот они кому устраивают у вас. Так, бычки в томате, шпроты и еще баночка трески. Так, конфеты. Конфеты Мишка на севере. Сигареты тройка. Сигареты тройка. Тройка, вот. А сладкого больше ничего нет. Так, сырки есть глазированные. Ну так. Ну дай парочку. Ты, конечно, дам. У меня, Светка, ты знаешь, ну прям с этими конфетами я не знаю. С утра до вечера только бы сладкое ела. Да? Ну, так я еще дам. Валь, милый ты мой человек. Ну, а что? Вот спасибо. Такого человека не жалко. Вот спасибо. Так, соль, спички надо брать. Давай спички, надо у меня где-то смолит эти сигареты, как... Да, люди ж раскупили уже, что закончилось, вот.
Так. Булочка, Даниэль, тут у меня для вас уникум, ликерчик венгерский. Это прокурор не взял, ему врачи запретили, так я для вас приберем. Так, а я смотрю, он синий весь. Так уже ж, наверное, допился. Так, а что, да, ну, так... наверное, печень уже скоро развалится. Слушай, ну, Валя, ну я тебе... Я в простой была, две пары чулков привезла, я тебе одну дам. Спасибо тебе. Спасибо. Людочка, Данила. Так вот, что так то, я да же ладно. Буду благодарная. Все, ну ладно, Валь, пойду. Я Люда, мне... подождите, я хотела же спросить, а ну, что там? Где? Ну, там наверху, что говорят, голод будет. Валентина, а? Ты советский человек? Я, да. Вот именно. В Советском Союзе голод. Я тоже думаю. Ну ты вот это, ты что вообще говоришь? Не может такого быть. От таких разговоров вот это вот и случается. И язык-то все придержи. А это заколочено, Людочка, надо через зал. Вот народ у нас. Да? Молчи, вот народ у нас. Люд, курева пронесла? С утра по радио сказали, что цены повысили на кефир, на молоко. Повысили. На молоко не декури. Субботу разбери, мне некогда. Носить пора. Сиськи вон какие, неприлично прям. А у чужого мужика ночевать прилично? Поговори мне там еще. Вечером колбаса. Сырок можно? Лифчик наденешь, будет сырок. Надену. И автобус уже опаздывает. На заводе разговоры пошли. Какие разговоры? Что жить не на что, расценки снизили. В тяжелом цеху зарплату в треть урезали. Народ к начальству пойдет. Будут директора требовать. Расценки снизили. В войну по 16 часов работали за 100 грамм хлеба, и ничего никто не жаловался. Я тебе когда сказала носки заштопать? Да я забыла. Вечером заштопаю, мам, честно. Я на собрание уже опаздываю, мне пора. Платье застегни. Застегну. Видишь? Доиграетесь. Чего это мы доиграемся? Повышением цен доиграетесь. На Дону народ такой, как бы чего не вышло. А вы коммунисты только подгалкиваете, что никак Америку недовольны на перерыв. Да ты же ты. А ты дед, у нас временные трудности. Ага. И мы их преодолеем. Временные трудности. Вот сбросил бы Кеннеди на нас атомную бомбу, и все ваши временные трудности разом бы кончили. Тише ты, соседи услышат. Тебе нравится? Ну, что-то я не понимаю. Так черешня-то какое, варенье, что ли, варить будешь? Да, ну, компот, и какое варенье? Черешня никакое варенье. Ну, что, с белой ничего. А сахар-то у тебя на компоте откуда? Ха. У меня соседка с кондитерской фабрики принесла. Аню, знаешь, которая грузы из карамели делает? Она же с ВДНХ недавно приехала.
Так. Нинюр, что-то все не то, подожди. Подожди, ну Прохоренко как сделали? Ты видела новый фильм? Ничего, нормально. Или ты хочешь какую-то челочку? Прохоренко, у тебя артистка, я на работу сейчас иду. Давай, хватит, ты языком умелишь всякое. Ну а что ты хочешь? Как Грымза был? Ты же у меня красивая должна быть. На работу и на работу. А что на работу женщина не женщина должна быть? Придумали вот это. А пристали мне-то? Даже после войны каждый год снижали. Что тебе радио было непонятно? У меня после тебя вот такая голова. Я не работаю, я сейчас что-то радио тебя орет тут. Среди преподавательского состава сотрудников инженерно-мелиоративного института проведена воспитательно-разъяснительная работа. Весь коллектив нашего института понимает, что быстрое и решительное увеличение производства сельскохозяйственной продукции невозможно без мер, принятых ЦК КПСС и Советом министров СССР. Да-да, преподаватели и студенты приветствуют повышение цен. Хорошо. То вот тут у меня сводка из госбезопасности, что ваши студенты Корельский, Борисова и Григорьев негативно высказывались и недостаточно поняли необходимость. Промышленности, слесарь сталелитейного цеха электровозостроительного завода товарищ Погосян, играя во дворе своего дома в домино, говорил, что при царе мясо было, а теперь нет. И другие примеры. Как у нас с разъяснением обращений партии правительства, товарищ Семенов? Мы разъяснение проводим, у нас все по плану. Вот товарищ Еремин, председатель заводского комитета завода синтетических продуктов, провел разъяснительную работу. Да, да. Отчеты есть, вот протокол. Хорошо. Рабочий завода товарищ Лепилов сказал, партии и правительство постоянно неустанно заботятся о благе советского народа. Все делают для того, чтобы нам жилось лучше. А эти трудности временные, мы готовы их пережить, эти меры я одобряю. И вот это мнение большинства, таких выступлений много. Хорошо. Правда, задавались вопросы с мест. Не было ли ошибочным запрещение держать скот в городах в личном пользовании? Но я вот думаю, я сегодня поеду к 3 часам, соберу собрание, мы с этим будем вопросом работать. Хорошо. А товарищ Семашкин отправится на электродный завод, соберет комсомольский актив. Да-да, мы отсюда и прямо туда. Прекрасно, прекрасно. Вот так что все идет. Это что? Это синтетический? Нет, это дальше. Это на НЭВ взяли. Поезд. Поезд? Да, Логинов. Что? На НЭВС остановилась работа. Да, да, да. Беспорядки? Рабочие забастовку? Да, Александр Васильевич. Слушаю, да, да. В курсе, только что доложили. Да, принимаем меры. Ждем, ждем. Секретарь обкома выезжает к нам. В Москве уже все знают. Ждем его и едем на НЭФС. Как это так? Как же так? Управление КГБ. Ты слышишь меня, что я тебе говорю, чтобы ни один человек у тебя институт сейчас не покинул? У каждого зачетку забери. Я не знаю, как ты их будешь... Откуда я знаю, как ты их будешь держать? Ну, поставь им зачеты по политэкономии. Понял. Да. Значит, секретарь обкома выехал. Будет с минуты на минуту. Ну что, видали, какой злой приехал? Разговаривать не захотел, даже из чайки не вылез. Ёлки-палки, прерывает железнодорожное сообщение. Это событие государственного значения. Мне конец. Из партии его пошлют директором школы в какую-нибудь деревню. Товарищ Логинов, а мы при чем? Они же подчиняются обкому напрямую Басову лично. Вот ты это товарищу Басову и скажи. Знаешь, сейчас много голов полетит. Они, если что, все на нас могут повесить. А знаешь, что тебя ждет? Келенский билет на стол и за техником. Царские степи. Преступление. Это преступление. Народ несознательно ничего не понимает. А вокруг, между прочим, амнистированные, которые очень хорошо понимают. Вот они свою пропаганду знают.
А мы пропустили, не донесли, не разъяснили. Работу не сделали. Виноваты. Виноваты, надо отвечать. Вот и будешь отвечать. Вот и буду отвечать. Да, и устроишься фельдшером. Куда-нибудь, может быть. И устроюсь. Че ты меня пугаешь? Я? Я доводил, я разъяснял. Кому ты разъяснял? Сколько раз я говорила, на соцгород надо ехать, на НЭФС надо ехать. Сколько раз я говорила, что там творится? Да соцгород не успел. В остальных местах, где положено было, где доводили, положено? Да объясняли, разъясняли. Все знают, где у тебя положено. В кафе мороженое. С комсомолками в обнимку. Ну ты бешеная. Секретарю обкома! Спокойно! В сторону! Дорогу! Да выключи ты этот гудок! Рабочие забаррикадировались и не дают его выключить. Потому что ты мудак! Мудак! Рабочий! Хулиганье, а не рабочие! Ты знаешь, что мне Хрущев звонит? Президиум ЦК собирает. Ты разъяснительную работу проводил? Проводил. Как ты ее проводил, блядь, если у тебя вон? На заводе союзного значения у тебя рабочие бастуют. В нашем социалистическом обществе, блядь, забастовка. Это как? Александр Васильевич. Люди стоят. Поговорите с ними. Дирекция вчера расценки снизила. Расценки? Додумались. Расценки? Мудила. И как мне теперь с народом объясняться? Александр Васильевич, успокойтесь, вы же можете. Давайте скажем, что директора снимем. Нельзя заигрывать с хулиганьем. Ну тогда, может, что, расценки присмотрим? Ну ты мне еще будешь объяснять, как мне с ними разговаривать. Товарищи, у меня в руках постановление ЦК, партии и Совета министров СССР о повышении закупочных цен продуктов животноводства. Это повышение цен позволит в ближайшее время обеспечить столовые магазины изобилием этих товаров. Товарищи, мы живем в замечательное время. Ну, тише, тише, товарищи. Советский народ. Товарищи, надо отсюда перейти! Чего, блядь, армию надо? Центральная командующая во мне! Александр Васильевич, надо уйти в закрытые помещения! Отойди! Я им покажу, как бунтовать! Алло! Секретарь обкома Басов! Что? Где? Вызвоните его! Ну что, ты хочешь поговорить с этим народом? Да никого сейчас слушать не будут. А это пьяные, что ли, все? Я член военного совета Северо-Кавказского округа! Войска мне в Новочеркасск! Бронетранспортеры! Радисты! Поднимай по тревоге 505-й полк! Передавать сферы обкома невозможно. Что невозможно? Заводы управления окружены людьми. Ну, черный ход. А черного хода тут нет. Блять. Где твои люди? Они могут выбраться со двора. Там 50 солдат прислали. Их не пустили на территорию. Люди, зверей. Мой газ их перевернули. Так мы что, выбраться не можем? Заблокированы? Получается так, товарищ секретарь. Поторопитесь. Скорее, скорее, идите. Идите.
давайте. Следуйте за мной. Вот это в 11 на площади. Толпа уже собралась. Требует, чтобы кто-нибудь из начальства выступил, сказал, как дальше жить, если цены подняли, а зарплату опустили. Это кто? Установили. Уборщица Залетина. 4 класса образования, 3 детей. 1 по бедности в детском доме. Муж погиб. Выкрикивала: толстопузые, бить коммунистов. А это? Это не установлено, это 2 моих. Вот поезд остановили, видите, Москва-Саратов. Выломали штакетник, положили на рельсы и остановили. Хулиганы бьют стекла в вагоне, а там внутри люди. Надо зачинщиков отметить. Ты как же там больше 4000? Зачинщики всегда есть. О, видишь, как разоряется? Зачинщик. Отметить, опознать, из какого цеха адрес там и все такое. Не смешно, будем арестовывать. Понятно? Так точно. А, Семенова увидели, как фотографирует. Избили, рубашку сорвали и вытолкали. Осторожнее надо. Что еще? Собирается на другие заводы делегация отправлять, чтобы присоединялись. Это так. Это вообще. Там же войска стоят, милиция. Кто их пропустит? Хотя, пусть там проследят, если что. Так, Семенова избили. Вы здесь. А там кто остался? Пеликанов и Овсиенко? Да. Да. Товарищ капитан, решите. Там начальство из Москвы, все в кабинет главного. Кто приехал? Не сказал, вроде первый зам. Да ладно. Че ему тут? Зверь. Да ладно. Лютый зверь. Ну что, орлы? Просрали? Просрали. Мы писали в сводке о настроениях, к вам шли каждый день. Писали. Писатель. Просрали. Этот вратник надо было не писать. Значит так, ситуация критическая. Никита Сергеевич Хрущев лично распорядился отправить вам черкас в правительственную комиссию. Через 2 часа ожидается прибытие глав комиссии, членов Политбюро ЦК КПСС, товарищей Фрола Романовича Козлова и Анастаса Ивановича Микояна. Сразу по прибытии вся комиссия едет сюда, на Черкасск. С ними должностные лица из КГБ, МВД и группа охраны из 9-го управления. Всего около 50 человек. Где будем размещать? У него на территории 18-й танковой дивизии СКВО. Так точно у нас. Мы готовимся. Там высокий забор каменный, охраняется все и удобство. В спортивном зале организован командный пункт, ковры красные постелили. Связь? ВЧ правительственная будет к 17 часам, связисты тянут. Где это? Вот. Угу. Второй вопрос. Армия. Приказ министра обороны уже в действии. По приказу командующего округом генерала Плиева из Ростова прибыли курсанты военно-командного инженерного училища. 200 человек. Поднята по тревоге 18-я танковая дивизия. Курсанты 12-й артиллерийской школы подняты по тревоге. 500 человек. Генерал Плиев срочно вылетает в Ростов. К 17 часам будет в Новочеркасске. Огонь открывали. Огонь? Они без боеприпасов. Как? Зачем нужна армия без боеприпасов? Распоряжение генерала Плиева, командующего округом. Боеприпасы не раздавать. Фамилия? Полковник Федоренко. Полковник Федоренко?
От имени правительственной комиссии приказываю боеприпасы немедленно раздать. Выполняйте прямо сейчас. Есть. Дальше. Никита Сергеевич Хрущев, возмущен тем, что секретарь обкома Басов заблокирован на территории завода и не может оттуда выбраться. Наши люди пытались, но толпа не дала им проникнуть в здание управления. Солдаты тоже пробивались. Солдаты? Солдаты без патронов, это не солдаты. Ладно. Своих пошлю. У них хоть боеприпасов полный комплект. Так умереть не должен. Бангладеш какой-то. Не положено, товарищ старяткома. Надо ждать. Сколько я еще должен ждать, а? Ну? Помощь придет. Что ты сделал для того, чтобы она пришла? Что? Вот у меня уже где. Все делается. Делается. Прибыли для эвакуации партработников. Кто тут секретарь обкома, товарищ Басов? Полковник Геращенко, спецподразделение КГБ. Вы где были, мать вашу, все это время? Мы здесь с самого утра сидим. Товарищ Басов, проникнуть на территорию здания не так-то просто. Операция небезопасна. Будем торопиться. Прошу следовать за нами. Все под контролем. Будет тесновато, где немного пахнет. Придется запачкаться. И осторожен будет скользко. А ты здесь останешься. Твои рабочие, ты и разбирайся. Товарищ Басов, Александр Васильевич, убью. Я же тебе же сказали, ну давай быстрее. Ты свой завод знаешь. Говорил, черного хода нет. Я... Давай, ты. Ничего не знаю. Товарищи, не задерживайте, пожалуйста. Лезь уже. Осторожней. Давай, осторожней. Позвольте мне, фрол Романович. Да что, товарищи, есть у кого-нибудь что добавить по существу? Значит так, никакой информации не должно проникнуть за пределы города. Что для этого делается? Поставлены радиопомехи. 5 машин стоят по периметру города. Локаторы ищут и прослушивают все пространство, чтобы засечь радиолюбителей. Телефонные разговоры все прослушиваются, и письма просматриваются. Блокпосты к вечеру будут на всех выездах из города. Ни одна муха не пролетит. У меня вопросы к товарищам, отвечающим непосредственно за предотвращение чрезвычайных ситуаций. Что МВД? 505-й полк МВД введен в город для охраны объектов государственного значения. Под охрану взято Новочеркасское управление КГБ и городское отделение милиции. Тюрьма, здание банка, почты, горсовета и горкома партии. Под охрану также взяты насосные станции, газораспределительные станции и трансформаторные подстанции. Позвольте мне, фрол Романович. С вами, товарищ Басов, мы будем говорить отдельно, сидите. Я тут в сводке КГБ читаю, что полгорода отсидевшие уголовники. Какие меры приняты по нейтрализации криминальных элементов? Судя по собранным данным,
На всех местных предприятиях зафиксирована ненормально высокая текучесть кадров. Неразборчивость руководства привела к тому, что не менее трети рабочих – это уголовники, недавно освободившиеся из заключения. Позвольте мне. Ну, конечно, нельзя забывать, что Ростовская область, и особенно Новочеркасский район, это зоны исторически повышенного риска. Это центры контрреволюционного казачества. И они издавна были настроены антисоветски. Я вам говорю, это все провокаторы. Голос Америки, ЦРУ. Позвольте продолжить. Но важно проявлять выдержку. Я бы не стал так сразу сгущать обстановку. Нужно разобраться. Ну а завтра, когда все успокоится, надо будет поговорить с народом. Да что с ними разговаривать, арестовать всех? Кто сказал? Фамилия? Сёбина. Новочеркасский горком. Отдел промышленности. Товарищи, нельзя забывать, что после 20-го съезда из ссылок вернулись политзаключенные, раскулаченные. И эти люди, они затаили злобу на советскую власть, дай им волю и арестовать и судить по всей строгости, по закону. А зачинщиков к высшей мере наказания. Ну вот местные товарищи, Анастас Иванович, думают иначе. Я бы сказал, кардинально думаю. Садитесь, товарищ Семина. Изложите ваши аргументы письменно и вручите мне лично. Куда ты лезешь? Кто тебя за язык тянет? Я не знаю, дернул бы меня. Значит так. Генерал Плиев. Приказ министра обороны вы получили. Необходимо пресечь безобразие и бандитские выходки хулиганствующих элементов. Армейские подразделения должны завтра не допустить прохода демонстрации с завода в город. В случае чего стреляйте, открывайте огонь. Товарищ член президиума, я приказал не раздавать боеприпасов. Армия, согласно Конституции, не может стрелять в народ. Генерал Плиев, а вы помните, как в Будапеште в 1956 году фашистующие элементы вешали коммунистов и кожу с них сдирали? Помню. Так вот, «Голос Америки» тоже называл этих подонков народом. Вам не кажется странным такое совпадение мнений вражеской радиостанции и вашего? Товарищ секретарь, назначение армии – защищать страну от внешних врагов. Генерал Плиев, я как председатель правительственной комиссии приказываю вам немедленно выдать боеприпасы подразделениям, несущим боевую службу. Исполняйте немедленно! Товарищ Семина права. В город эти хулиганствующие элементы допустить нельзя. Если беспорядки продолжатся на самом заводе, придется начинать аресты. Теперь главное. Нельзя допустить, чтобы какая-либо информация вышла за пределы города. Я не говорю уже за рубеж. А также необходимо пресечь любую возможность выезда из города и въезда в него на ближайшие несколько дней. Полная блокада. Понятно? Когда вас отпустили-то? 9. Народ расходиться не хотел. Солдат потом пустили и вытеснили нас за ворота. Секретарь обкома приезжал. А, я знаю ее. Я там была. Где?
На заводе. Ну, так там все бюро горкома было. Я тебя не видела. Машины видела. Правда, я далеко была, там вообще не протолкнуться. Секретарь обкома выступал, так только это. Народ разозлил. Завтра решили организованно выступить. Это куда, как выступить? Пойдем к горкому в город. Никуда ты не пойдешь. Весь завод пойдет. Наша лаборатория пойдет. А ты не пойдешь. И я пойду. Мы в демократии живем. Свобода, собрание, демонстрации. Демонстрация. Демонстрация. Да. Увидела я эту демонстрацию. Пьянь, хулиганье. Собирались от всех водкой разить. Может, кто и был выпивший, но где-то рабочие. Ага, рабочие. Рабочие работать должны. А это пьяницы, алкаши. Тоже паспорт имею, свои конституционные права. Никуда ты не пойдешь, я тебе сказала. Ты видела, сколько в городе солдат? Ну и что? Ты что, наших советских солдат боишься? Что они будут по советскому народу стрелять? Начальство из Москвы зачем приехало? Товарищ Хрущев специально послал. Хрущев. Хрущев Сталина из мавзолея выкинул и понеслось. Правильно сделал. Нечего диктатору возле Ленина лежать. Сколько невинных порастрелял. Что ты про Сталина знаешь? Все знаю. Товарищ Хрущев про него всю правду рассказал. 20-й съезд Компартии всю правду обнаружил. Что ж твой Хрущев молчал, пока Сталин жив был? Все молчали. Где они все были? А как помер Сталин, так они его грязью поливают. Шкуры свои спасали. Потому что боялись. Все боялись Сталина. И ты боишься. Чё, нет? Ну как это так? Ну вот как это так? Мы за Сталина каждый день на смерть шли. Они его ногами топчут. На фронте все понятно было. Кто свой, кто враг. А тут ну вот же ж своя. И ничего я не понимаю. Был бы Сталин, давно бы коммунизм построили. Построили же бы, а? Чего молчишь? Глаза б мои не глядели. Хорошо, я помру скоро. Говорю, я ну все огню. И ты туда же.
Дед, ты что? Откуда это? Из сундука. Откуда? Ты что, совсем рехнулся? За лампасы срок дадут. Хоронить меня в этом будешь. Это что такое? Это казанская. Вот эта икона, твой прадед, моего отца на свадьбу благословлял. А мой отец меня с твоей матерью. Ничего, помру, избавишься от нее. В гроб ко мне Он что, не в курсе, что здесь происходит? С тобой не посоветовался. Пап, это я. Светка не появилась? Сидите, сидите, сидите. Значит так, толпа около 3000 идет от Невы в сторону города. У них портреты Ленина и красные знамена. Хотят разговаривать с товарищами из Москвы. По сведениям, идут к горкому, то есть к нам. Да кто их пустит? Там танки и солдаты. Я тоже так думаю. Но к ним присоединяются рабочие из других заводов. И если их наберется более 6-5 тысяч, то я не знаю. А что начальство? Московский товарищ. Что-что? Звонил по телефону. Молчат. Видать, совещается. Толпа более 5000. Свободно лезут через танки. Солдаты им даже помогают. Значит, через полчаса. Ну вот. Кто же скажет, что нам делать, Олег Николаевич? Машкин, помолчи. Ну, Черкасский горком Логинов. Мне товарищ Басов. Нет? Понял. База в штабе танковой дивизии. С ним Козлов и остальные члены правительства. Народ пошел. Да, ждем указаний. К людям. Правильно, к людям. Боря, заткнись. Они же не нас хотят видеть. Что мы им скажем? Что начальство из Москвы в гробу видел?
У них Ленин в руках, они с Лениным на советскую власть. Вот-вот начнет здание проникать. Долго мы их не сможем сдерживать. Выбирайтесь отсюда. Пошли. А как мы будем выбираться? Через окно на втором этаже по пожарной лестнице. Там высоко. Не волнуйся, я помогу. Жду указаний. Прием, прием, я на месте. Прием, прием, я кукушка. Вы что тут делаете? Ну-ка выйти немедленно! Я кому говорю? Уходите вдоль стены. У них же хвосты. Не умничай, выводи. Чего сидим? Мы тут нахер никому не нужны. Товарищи из президиума не зря приехали. Микоян, Козлов, такие товарищи. Сейчас разберутся со всем. Может, пойти еще раз попробовать прорваться к начальству? Yeah.
Коля где? Коля! Девочка, Светка! Таких высоких показателей наша промышленность еще не знала. Поздравляю передовую бригаду. Не было, кто стрелял. Мы в людей не стреляли. Мы только залп в воздух. Воздух! На трупы, блядь! Трупы! Знаю. Вас всех на трибунал! Зайди в хату, чё вырядился? Светка у вас? Нет. Она же у вас ночевала. Ты ночевала, ушла. Пусти меня. Мне с Тамаркой поговорить надо. Нет, у Тамарки. Тамарка? Нет. Брат. В больницу его тащи. О, там КГБ повсюду. Они его лет 10 лечить будут. Света! Светка! Тамарка! Тамарка, вы же со Светкой вместе были где-то? Я не знаю. Мы просто стояли, а потом она куда-то убежала. Там стреляли. Две дуры связались с бандитьем, с хулиганьем.
Люд, ты же не стукнешь, правда? Кровь подотри, дура. Читай, горком! Пропусти! Сейчас выйдет, ждите! Рожданыч, я же сказал, доктор занят. Пустите, пожалуйста. Да выйдет, ждите! Сигаретка будет? Не, не будет. Закончит, выйдет покурить. Ждайте. Девочки, следующий. Садитесь. Надежда Коновалова. Отчество. Михайловна. Значит так, Надежда Михайловна, я такая-то, такая-то, работающая в организации такой-то, обязуюсь никаким образом, устно или письменно, не сообщать посторонним лицам о событиях, имевших место 1-2 Новочеркасске Ростовской области и квалифицированных как государственная тайна. Я поставлен в известность, что в случае разглашения ко мне может быть применено уголовное наказание вплоть до высшей меры. Число подписи. Здесь фамилия, имя, отчество, здесь число подписи. А чего не сообщать? Ничего. Запомните, ничего не было. Кто бы что бы ни спросил, ничего не знаю. Поняли? Государственная тайна. А эти посторонние лица кто? Ты что? На площади в толпе была? Была. Толпу раскачивала. Это другое дело. Теперь не жалуйся. Тихо, без разговоров, пройдемте с нами. Дочка, девочка, я вот ее найти не могу. И... Сколько лет? 18. У нее такого, знаете, небольшого росточка. Косички и бантики синие. Пустите меня посмотреть. Пожалуйста. Пойдемте.
ваша. Не моя. Это уже хорошо, там больше девушек нет. Есть две женщины, остальные мужчины. Доктор! Больницу отсюда можно пройти? Проход в больницу посторонним воспрещен. Не задержите меня, я покурить. Как вы сюда попали? Ну-ка, пройдемте, пройдемте. Какие раненые? Вы о чем? Нет здесь никаких раненых. А в посторонних больницах находиться запрещено, карантин. Что, с ними что ли свалилось? Чтобы подписку о разглашении не давало. Следующий. Не видела я ее. Если что-то узнаю, мне не звони. Сама позвоню с автомата или зайду. Лучше бы она сюда не приходила. Те, которые тут домой уже не вернутся, сразу под арест видела. Люди по домам сидят, боятся обращаться за помощью. Следующий. Ну, господи, да где же? Товарищ генерал, мне сообщили, что на площади кровь не отмывается. Жарко. На солнце кровь прикипела к асфальту. Значит, надо заасфальтировать. Срочно всю площадь. Понял. Здравствуйте. Новочеркасское УКГБ. Ваша дочь Светлана Юрьевна Семина. Моя. Могу я с ней поговорить? А где она? А вы, я так понимаю, Людмила Даниловна Семина. Ну. Так что, значит, вашей дочери нет дома? Нет. Вы же за сектором в горкоме партии. Ну? Вы свободны. Скажите, а могу я посмотреть на его паспорт? Паспорт? Можно, конечно, сейчас найду. Дед у нас шутки шутит. Да нет, ничего. Что не так? Все в порядке. Хлоп не хрюмал. Нет, спасибо. При исполнении. А вы не отдыхали в санатории Азов прошлым летом? Отдыхала. Так и я там был. В хоре пел, в самодеятельности. Да, не помню. Так значит, вы не знаете, где она? Вы думаете, она не ранена? Среди пострадавших не обнаружено. Я ведь гордо бегала. Везде искала, нигде нету.
Могу я осмотреть ее стол? Учебники там. Ордер на обыск есть. Вот. Людмила Даниловна, издан указ, что все сведения о случайных человеческих жертвах во время событий в городе Новочеркасске квалифицировать как государственную тайну. Вы подписку о неразглашении давали? Нет. Ну, так завтра в горкоме точно будут давать подписывать. Может, она у кого-то прячется? А что ей там грозит? Суд решит. Ну, от 3 лет зачинщиком, я думаю. Пусть только появится, я ее сама к вам притащу. Пусть ее государство перевоспитывает. Сама приведу, верите? Да, конечно. Ну, если объявится, дайте знать. Но, Людмила Даниловна, это я как неофициальное лицо. Знаете, есть преступники, а есть просто несознательные жертвы провокации. Они же не могут весь завод посадить. Так, мне нужно еще несколько адресов обойти. До свидания. С каких-то пор ты молиться стал? Сядь. Я вот тебя почитать хочу. Где он? И дядю Тимофея убили. Их много поубивали. На подводы голых побросали. Абы как. У кого руки до земли, у кого ноги. У дяди Тимофея нога задрана. Срам. Я в школу ходила. Но там мне говорят, что я недостойная получать образование от советского правительства. Потому что мой отец супротив них погиб. И я теперь туда редко хожу. Но за этим не беспокоюсь. Потому что в школе только агитация и богохульство. К нам приходили активы. Взяли последнюю кукурузу. Еще штраф наложили. Мама говорит, придется умирать голодной смертью. Потому что уже много таких случаев. И не только у нас, в Шумилинской. А повсюду, где казаки жили. Настюшка мне пишет, племяшка моя, тебе стало быть кто? Двоюродная. Так, 22-23 год. Я как это письмо прочитал, поехал сразу туда. Шумилинскую. Да опоздал. Еще поубивали уже. Яму покидали. Голые обои. Видать, допрыж. Снасильничали.
а после убили. А как по-другому? Ты мне скажи, как по-другому? На Дону, на Кубани. Что творилось-то? Кулачье белые. А казаки зверствуют. А что делать было? Ты Шолохова почитай, все написано. Да если б твой Шолохов всю правду написал, никто бы и не знал такого Шолохова, что был такой писатель. Загнали бы, куда Макар телят не гонял, а то и шлепнули бы вовсе. Ой, как страшно, вот ты меня напугал сейчас. Пуганая. Тоже на фронте была, видела. Да знаю я, знаю, что ты мне сейчас скажешь тут. Много ты видела, конечно. А такое вряд ли. В Вешенской один казак, старый казак, нашего комиссара варваром обозвал. Так ему язык отрезали, гвоздями к подбородку прибили, так и водили по дворам, пока не помер. Так что я тебе скажу, доча, на Дону Бога нет. И этот вопрос требует обсуждения. Ты бы водочки лучше плеснула. И эту, что открыл-то? Я же на праздник ее взяла. Нет у меня водочки. Где ее взял? А это так, баловство. Ну давай, помянем, что ли. Завтра к вечеру все будет готово, товарищ генерал. Оркестр из строительного техникума. На танц собрали больше 100 дружинников. Комсомольские организации предупреждены. Танцы разрешим до 3 утра. Ну, надеемся, и городские подтянутся. Да. Танцы. А ты, капитан, когда-нибудь приговор к высшей мере исполнял или присутствовал? Нет, товарищ генерал. Исполнял. И не раз. Знаешь, как это делается? Ставишь на край ямы и мешок, а голову — это просто. А вот руки вязать — целая наука. Берешь конопляную веревку, 20 метров на каждого. Руки складываешь ладонями в разные стороны и обвязываешь двойной обводкой. Потом об конце веревки протягиваешь между рук и снова затягиваешь.
Так каждая рука в отдельной петле получается. Я этот узел сейчас с закрытыми глазами завязать могу. Товарищ генерал, зачем вы мне это рассказываете? Вообще-то у этих работяг закономерные требования. У нас ведь социализм, верно? Вот они отстаивают свои конституционные права. Я бы тоже не выдержал. Ты сейчас думаешь, то ли он меня на пушку берет, да? То ли съехал совсем. Я так не думаю. А зря. И то, что у нас социализм, это тоже государственная тайна. Пройдите в комнату 24. Следующий. Здесь фамилия 24. Познакомьтесь, пожалуйста. Нет, чтобы место перетало. На Черноморской Ростовской области и коллективных прав государственных. Я поставлю в известность, что в случае неглашения по небу будет применять уголовное наказание. Понимаете, что события 1-2 июня квалифицируются как государственная тайна? Да. В случае разглашения вы ответите по всей строгости закона, вплоть до высшей меры наказания. Если все понятно, число подпись, пожалуйста. Нет, в больнице ее нет. Ваши тоже, значит, не нашли? Ну, в морге только 8 тел было. А я видела, их было больше, гораздо больше. Я видела, как их в грузовик кидали. Я после собрания опять в морг пойду. Не надо ходить в морг. Что вы знаете? Что вы знаете? Тел действительно было больше. В морге их нет и не будет. Из области вызвали местных милиционеров. Они вывезли все тела из города на кладбище в разных районах похоронили. Где? Ну зачем вам это? Где? Я поеду. Может, она еще где-то прячется в городе? Может, и прячется. Я все равно туда поеду. Да, вы поедете. Город заблокирован, напить. Муха не пролетит. Ну что, не понимаете, я должна туда поехать. Мужчины часто задерживаются. Говорят, у них разборки с армией. Скандал.
министру обороны втык за то, что солдаты столько людей положили. С Хрущева ответственность на армию повесили. Это не армия стреляла. Ты откуда знаешь? Снайперы. С крыши нашего горкома или горкома комсомола. Снайперы? Это девятка. Девятка? Ну, девятый отдел главного управления КГБ. По охране высшую должность не влез. Сейчас на Черкасской половине. Политбюро. Ты представляешь, сколько в городе? КГБ, что ли? Чекисты людей положили. На армию все навесят. Ну да. Слава Богу, у нас это не касается. У нас свои жертвы будут. Давай докладное. Какой докладом? Ну как, какой? Забыла? Ты же сама вчера вывезла. Расстреливать. Ну? Тебе, Козлов, второй секретарь, поручил докладную написать. Мне с утра от него уже звонили. Он ждет, что ты выступишь с обоснованием. Ты правда, что ли, забыл? Да я не думала, что писать надо. Пошли, пока начальство не приехало. Нашла Светку? Нет. Ну, где-нибудь у друзей прячется. Ну и хорошо. Пускай переждет. Правильно, пускай переждет. В морге ее нет, значит, прячется где-нибудь. Я ее потом найду. Не из партии уходить надо. Сама виновата. Коммунистка. Собственную дочку не доглядела. Как там сказал? Фельдшером в Сальские степи. Ничего, есть куплю. Я еще родине пользу принесу. Да погоди ты. Сейчас головы так повисят. А тебе Козлов заметил. Если выступишь как надо, тебе и Светку простят. Давай, пиши быстрее. Что писать? Дорогие товарищи, дальше что? Наша партийная организация горячо поддерживает меры против хулиганствующих элементов. Написала? Подожди. Ну и в конце я выражу общее пожелание, что строгие меры, о которых говорил в своем докладе Фролу Романович Козлов по поводу провокаторов, будут реализованы в кратчайшие сроки. И никакой жалости тем, кто нарушает законы социалистического... Нужно еще написать о плохой воспитательной работе. Это до тебя скажут 100 раз. Нужно в том начальству попасть. Давай. Пиши быстрее. Ну, значит, члены президиума подъезжают. Не волнуйся. Не забывайте и за Олодова. Не туда. Не пох. Электровозостроительном заводе. За этот завод уже и говорили, и писали, почему не приняли меры. Плохо работа. Плохо, товарищ. А кто-то работает хорошо. Вот я вам честно скажу, в этой шайке вот, не было ни одного солидного рабочего. Пришли ко мне, говорят, бросай работу. Чего вдруг? Говорят, мы бастуем. Я говорю, знаете что? Уходите. Вот если через 5 минут не уйдете, я вас тут всех повзрываю. И сам зовусь, и вплоть до завода. Так они, эти герои, бежали, аж пятки сверкали. Вот, товарищи, побольше бы нам таких рабочих.
Я, товарищи, должен сказать, что наши рабочие работали, работают и будут работать над созданием материальных благ для построения коммунизма, товарищи! Слово предоставляется товарищу Оводову, профессору инженерно-мелиоративного института. Найдем. Сразу к участковому Задонского района. Он хоронил, он знает, на каком кладбище. У вас ее фотография с собой? Вот. Даша. И здесь перекрыли. Выезд из города запрещен. Отгоните машину. Ты что, номера не видишь? У меня приказ. В чем дело? Ничего страшного. Пройдемте. Да ты что, лейтенант? Ты же видел мои документы? Комитет государственной безопасности. А у вас там что, в ГБ не в курсе, что для выезда из города нужен спецпропуск? Следуйте за мной. И гражданка тоже. Что теперь? Армия. Эти сапоги нас ненавидят. Ну что теперь будет? Если он в мое управление позвонит, то ничего хорошего, нам обоим влепит. Вы же понимаете, мы пытаемся несанкционированно покинуть город, а это... В общем, это плохо. Разборок не избежать. Так давайте мне скажем, что в шахтах обнаружили антисоветчиков. Вас послали срочно. Пропуск не успели сделать. Кино какое-то. Не. Лучше правду сказать, что у вас дочь пропала, что едем на кладбище, надеетесь опознать. Он хоть и сапог, а может и человеком оказаться. А может и нет. Ну,
Оружие есть? Ну? Сдайте оружие. А на каком основании? Лейтенант, не жми! Так, так, мне что, вас обыскивать, что ли? А ну, встали лицом к стене. Сдавайте оружие. За мной. Руки на стену. Ну-ка, шире. Идем. Что вы им сказали? Ничего не пришлось. Людьми оказались, так отпустили. Как так? В армии тоже нормальные люди есть. Они нас не любят просто. И правильно делают. Товарищ, товарищ, в труде и в бою, храни беззаветно. В голову что-то лезет? Не знаю. Товарищ, товарищ, в труде и в бою, храни беззаветно отчизну свою. Откуда это? Из кинофильма «Весна», Дунаевский. Участковый Бусев? Да. Одевайтесь. Пройдемте ненадолго. Ненадолго. А куда вы мне везете? На кладбище. Необходимо провести опознание. Ничего не знаю. Ты в город за трупами ездил? Ничего не знаю. Расскажи, где хоронили. Я ничего не знаю.
Я ничего не знаю. Дурак. Ты мое удостоверение видел? Понимаешь, что я из органов? Мне можешь сказать. Я ничего не знаю. У вас дети есть? Есть у него дети. Пожалуйста, мне все расскажешь. Подожди, подожди. Вы понимаете, у меня девочка пропала, дочка. Понимаете, пропала, я не знаю где, но может она у вас там. Я подписку давал. Мы все давали, так что нас всех расстреляют, если кто узнает. Мы никому не скажем. Никто не пострадает, понял? Хоронили? Да! Меня теперь расстреляют. Да не расстреляют тебя! Я никому не скажу. Рассказывай. Трупы выдали под расписку. 8. Ну, привезли и закопали. В клёнки завернули и закопали. Где? На Цифаинском кладбище. Только никому не говорите. Могилу покажешь. Там чужие могилы. Чужие могилы закопали. Как чужие? Чужие. Да, только не говорите никому. Выбрали 4, какие заброшенные. Где даже оградок нету. Родственники, значит, не ходят. Раскопали сверху и на гробы в этих клёнках покидали. Меня расстреляют. Ты копал? Ты копал? Я... Да, я копал. Почему могил 4? Ты же говорил 8 трупов. Так это, куда по одному? Где трудно копать? А куда 2-3? Меня расстреляют! Нет. Мы никому не скажем. Поехали. Вроде здесь. Да, здесь. Вы же сами закапывали. Должны помнить. Девочка была? Девочка с косичками. Бантики синие. Да. Вот эта девочка была. Да. Да, была. Да ты посмотри внимательно. Точно она? Ну! Да, точно. Точно, бантики синие. Только не говорите никому. Ее одну закопали. Яма мелкая была. Я за ноги держал. Из клёнки-то высовывались. Носок был дырявый. Пальчик торчал. Показывай могилу. Так ночью копали-то. Пальчик. Пальчик. Он свежий. Который? Пальчик. Так ночью же хоронили. Дайте вспомнить. Это. Это. Точно? Да, точно. Пусти! Пусти! Где пальчик? Где пальчик? Люда! Где? Да, Люда! Товарищ капитан, вы только никому, а? Mm-hmm.
бутылка бардачки. Хотите? Только стаканов нет. Да ничего. Отчизну свою, с тобой твой великий советский народ. Сквозь во имя свободы, сквозь грозы, невзгоды, он к цели заветной непреклонно идет. Как начинается? Восходит солнце ясное, блестит в траве роса, цветут вокруг прекрасные мои поля, мои леса. Страна моя любимая, на всей земле одна, стоит никем не победимая моя советская страна. Ведь это вы, бляди, с крыш по народу стреляли. Гопня, а на армию повесили. Не только бумажки по столам, суки, двигаете. Хочешь совет? Нет. За языком следи. Тебе и так неприятности. Светка родилась в 44-м. Я санитаркой на фронте с самого начала войны. А в 43-м под Курском любовь свою встретил. Большую. Ну, его там и убила в августе. Ну, а по осени меня с беременностью комиссовали. Вот я Светку родила. А у меня герой был. Не, ну правда. Чё ты? Герой, говорю. Слышь, герой Советского Союза. У него жена в Кисловодске была. А если в коммунизм не верить, во что верить? Взорвать тогда все, к чертовой матери. Все взорвать. И все сначала. Ой. Руки-то все, как у шахтера.
Нет. Ну как это так? Ну как это так? Я не понимаю. Ну как в чужие могилы? Ну не тебе имени. Ничего, ничего. Без гробов как? Почему, я не понимаю, почему спрятали? Спрятали, зачем спрятали? Эти люди должны быть забыты. Об этом вообще говорить нельзя. Почему нельзя? Как это? Как это? Что за... А, значит, это преступление, что в людей стреляли. Как забыты, как это забыть, как я это забуду? Как я к ней приду? Где она? Как я к ней приду? Нельзя вспоминать, нельзя говорить. Поэтому все и подписку давай. Это же не по-человечески. Но они же свои все, ну как же так? Да. Это... Сталина вернуть бы. Без него никак. Не справимся. Танцы. Танцы. Спасибо. Мы увидимся. Да куда я от вас денусь? Город маленький. Люда! Вот, Светкин паспорт. И учти, что бы ни случилось, сразу звони мне. Поняла? Я все сделаю. Веришь? Ты чё? Это ж Светкина. Ты чё тут делаешь? Деньги считаю. Светка. Да. Где? На крыше. Телефон прослушивает. Я бы и тебя подвела, мамочка. И Тамарку бы подвела. И всем. Всех бы подвела. У Тамарки пряталась. Что будет-то? Посадят, да? КГБ заберут. Никуда тебя не заберут. Как заберут?
Никуда не заберут. На Целину поедешь. Везде патрули, менты. И дед моего паспорта найти не может. Это, вот, вот твой паспорт у меня. Вот он, паспорт. Вот он, паспорт. Вот он. Все, сейчас все сделаем. Сейчас все сделаем. У меня человечек этим есть. Сейчас все там. Там все сейчас так. Мама. Мама. Как так можно? Как, мам? Как так можно? Я не понимаю. Мама. Мама. Тише, 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 тише. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ничего, дочь, ничего. Ничего. Господи, живая, живая. Ничего, дочь. Мы станем лучше. Мы станем лучше. Мы станем лучше.